зимой у нас холодно. Поэтому декабрь вот такой вот. Вообще, да и солнца нет, полярная ночь. Конечно, красиво. Вот сейчас полтретьего дня, 28 декабря. Вот. Ну, в общем, первый день так половить никуда не удалось выйти, потому что день короткий, вот, быт, там дрова и прочее. А сейчас вот уже все, собираемся и едем ставить донки на наши зимние поля. Айфон вырубается, ну вот он. Вон аж сидит, он какой мелкий. Да, ну, молочный. Тепло сейчас на улице, рыбка загуляла. Вытащил. Ха. Да. Еще одна. Давай. Сюда, иди сюда. Опять вон. Вон она какая. Вот одинаричек. И его хватило. Ага, все. Готовимся к эвакуации. Пепелац под МЭРС. Да, Сань? Да. Ничего, ничего. Сейчас мы его будем транспортировать, оживлять, да? Вот. И доедет он. Наверное, все будет хорошо. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Такая вот действительность. Час мило назад. Полчаса назад уже капало спокойно. А сейчас тихо. О, соседи едут издалека. Как утихло, так все повылезали. Ну, два снегохода даже. Вот так вот, да? Ну вы-то где шли? Вдоль того берега? Ну, вы этих не видели рыбаков, да? А? Если они оттуда выехали, значит они шли по русскому. Да, ну, после вчерашней метели, да еще плюс, и снег очень подсел. Пока ничего, вот здесь вот сидит кто-то. Я уже его, вон, она, вот он все-таки, на лимантии. Ну, неплохой. Боевая спутница. Опять метель. И кажется, приговорчик этот самый такой жесткий. Все, что для риска нашей. Все, когда пока свежий. Так вот мы пахали. Тут влезли и некий снегоход заломили. Эх, и вот так вот, так вот, вот. Сейчас вот утром подморозило чуть-чуть, но неудобно снимать смартфоном. Ну вот стоечка подошла. Ну вот, в общем, вот столько с этой лунки. Очередное утро. О, сработочка есть. Так. Думаю, что если подморозило, то могло и воровать, да. Попробуем. Нет, есть. Есть, по-моему. Нету, нету. Пусто. Съедено, да?
Ладно, нужен живец. Живца нужно ловить. Так, ладно, первое. Шумят соседи. Ладно. Шумят соседи. Так. Еще здесь 6. Раз, то потом. Сейчас это. Так, хорошо, не подмерзло. Сегодня днем тепло, поэтому надо раскопать все. Чё ж так не... Ух ты, вон как... Здесь она лунка поверхностная. Снег рассыпали по бокам, нету. Так, это потом очистим, чтобы не терять время. Пусто, наверное, да? Это уже... Что здесь? Здесь крючка нет. Крючок оборван. Так, опять 0-2 проигрываем. Ёшкин кот. Так, здесь что нам приготовили? Тут тоже съедено. Вообще пусто. Чувствуется, даже веса нет. Крючок-то оставили? Оставили. Крючок остался. Хорошо. Да, крючок остался. Вот тут опять тоже в этом вот лежит она. Так это попозже. Сейчас вот эту. Кстати, не на ней ли я поймал? Нет, на следующий. Так, позитивно. Позитивно. Да елки-палки. Да ёшкин кот. Оборвано. Да что такое? Ты посмотри. Все. Даже погрузика. Все нету. Все. 3 привязал ночных. Сейчас они у меня лежат. Но нет живчиков. Так, а здесь даже... А здесь живца не хватило. Как-то утро солнечное не коррелирует с результатами ловли. Да елки-палки. Вот это утро, я понимаю. Подожди, так ни одного живца не осталось, да? Ну да. Да? Нет, вот он ласковый. Так, все тогда, с тобой все ясно. Ты в прошлый раз тут не работал. Сейчас мы тебя срочно эвакуируем на нормальную землю. Проверил 6-ю. Тоже пусто съедено. Сейчас вот идем в последний, 7-й. Ну, судя по всему, уже ничего хорошего тут нет. Сейчас живчика будем ловить. Это ау какой-то. Так, ладно. Сейчас поймаем живчиков. Так. В общем, из 7 стоявших донок. Из 7 стоявших донок у нас результат. Все были. Все проиграны. Не без проблем, но наловили этих живчиков. Вот еще один. Так что это залог успеха. Вечерняя попытка. Еду на донки. Посмотрим сейчас, что тут. Днем, конечно, щука порвала все, но мы живчиков наживили. Будем надеяться. Thank you.
за день, смотри-ка, подмерзла. Присыпала снежком, но все равно подмерзла. Вмерзла, просто конкретно вмерзла. Блин, совсем пусто. Ну что это такое? Опять откусила. Не люблю поводки, не хочу ставить поводки. Буду вязать. Одну снял. 7 донок стояло. Вот здесь тут еще 2 обрыва. Февраль. А барабанит по тенту дождь. В общем, как летом. Вылезать не хочется. Видимости ноль. Даже на снегоходе ехать, знаешь, в направлении. Но там сейчас еще и вода появилась под снегом. Вот только доехал, все сырое. Ноль. Плюс один, плюс два, наверное, где-то так. Вот нагреб опять. На льду вода со снегом. Сколько там градусов у нас? Ну да. Так все мокро. Фух, так, ну вот клёво-то не было вроде бы, да? Но тем не менее, вот как я говорил, потихонечку, вот так вот, вот он этот коронный. Никого. Где эти лентяи рыбаки, а? Попрятались дома, сидят, не решились ехать. Завтра ведь такая же гадость должна быть. Воскресенье. Те, кто в пятницу хорошо уехал, ох, будет тяжело возвращаться.